Постройка швербота продолжается. Сегодня мы перешли в каюту, делали паёвы. У нас много чего не хватает, у нас нет парусов, нет кранцев, нет аккумуляторов бортовых. Ой, можно считать, что нет мачты, она какая-то есть, но ее нет. Но зато у нас есть вот такая стационарная морская радиостанция. Она попала ко мне случайно, ее подарил мне мой друг Игорь Ярославович. Он просто знает мое увлечение радиосвязью и, в общем, подарил. В общем, радиостанция появилась у меня еще до того, как появилась лодка. Но мы не будем ее устанавливать, мы воспользуемся вот такой портативной морской радиостанцией. Также у нас на борту будет еще вот такая радиолюбительская станция. И также у нас будет на борту стационарная радиолюбительская КВ-радиостанция. Мы получим, скорее всего, спецпозывной. И в ходе всей нашей экспедиции будем вести радиосвязь на любительских частотах со спецпозывными и рассказывать о нашем экологическом проекте. Пообщавшись с Алексеем с Акермана, было принято решение, в общем, нужно пару аккумуляторов, скорее всего, гелиевых, будем искать, не найдем, будем ставить кислотные. У нас есть мачта от Кадета и парус от Кадета, но его крайне мало по площади. Нам нужно что-то площадью хотя бы 10-11 квадратных метров. Попробуем обойтись изначально без солнечной панели. Будем заряжать аккумуляторы в местах стоянки. Собственно говоря, места стоянки у нас будут Киево-Троицкая. Там сутки собираем мусор. Яськи сутки собираем мусор. Беляевка сутки собираем мусор. Маяки сутки собираем мусор. И потом выходим на Днестровский лиман. В каждой точке сбора мусора у нас будут в определенные дни забирать этот мусор, но мы так надеемся. Есть предварительная договоренность пока что только в Беляевке и в Троицком. Сегодня мы приступим к изготовлению паёлов и настилов под спальные места. Предварительно я изготовил шаблоны. Сейчас мы обведем их и будем вырезать. Потом прорежем отверстия для пальцев, чтобы их удобно было поднимать со своих мест.